Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Это Hello Neighbor или Привет, соседушка! Сегодня мы с вами полетаем немножечко по карте, поищем какие-то скрытые послания, залезем в те комнаты, в которых мы еще не были, потому что я обзавелся трейлером, чуть не сказал трейлером, который позволяет нам немножечко издеваться над игрой. Он не очень сильно, но, по крайней мере, позволяет нам подниматься вверх. Вот так вот судорожными движениями можем падать вниз и взлетать также. Взлетать наверх и падать вниз. Соответственно, проберемся с вами во все контейнеры, посмотрим, что у нас там есть, и, может быть, даже попробуем выйти за границы карты, но, может быть, это уже будет в следующей серии, не знаю. По-моему, здесь слишком много разных загадок и для того, чтобы исследовать их. Во-первых, сразу же скажу, что та диаграмма, которая у нас была, вы все прекрасно наверняка это знаете, просто я озвучу для тех, кто, может быть, еще в танке, поскольку в прошлом видео я задавал вопрос, для чего нужна эта диаграмма. Диаграмма как раз у нас показывает, ну, диаграмма, помните, вот она у нас здесь наверху. Диаграмма у нас находится здесь наверху, вон там вот на стеночке она у нас находится. Значит, 8 влево, 24 вперед, потом мы проходим через какие-то две штукенцы, и после этого мы попадаем к магниту. Давайте сразу сейчас возьмем, знаете, что мы возьмем? Мы возьмем с вами... Давайте возьмем фонарик, потому что без фонарика, наверное, будет очень сложновато. Ну так, потому что игра темная, сами понимаете. Значит, вот что такое? Там было два дома. Один, значит, такой вот с контейнером, а другой вроде как обычный дом. Так вот, все очень просто. Мы с вами появляемся в точке, которая находится между двумя этими домами. Вы это видите прекрасно. И как раз вот эта точка здесь находится. Вот мы примерно здесь оказываемся, да, примерно посередине между ними. Теперь мы делаем, значит, 8 шагов сюда. Нам же нужно направо идти, да? Мы поворачиваемся и делаем, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот мы сделали 8 шагов. Теперь мы идем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ну, типа 24, короче говоря. И там вот как раз изображена такая расщелина. Что это за расщелина? Я раньше думал, что это может быть какие-то два бака или что-то еще. Что это? Соседушка, что ли, бежит за мной? Соседушка? Ты где? Ты где, нигер? Я не знаю, где он, откуда он вообще у нас тут есть. Эй, чудило. Куда? Откуда он делся? Откуда он стреляет в меня? Придурок. Ух ты, не уймется никак. А он живой, что ли? Погоди, он где-то есть. Он где-то собака есть. Ладно, фиг с ним. Вот, это как раз вот та третья картинка, которая была на этом листочке. Она указывает нам расщелину между двумя вот этими... ну, не знаю, досками, кусками забора, в которых как раз находится магнит. Все очень просто оказалось. Никакой мистики, ничего. Предлагаю свалить отсюда, пока он нас не запалил. Вообще, он жив? Нет, по-моему, вроде как я пытался его деактивировать. Опять же, тренер, он помогает нам избавиться от соседа, чтобы он просто нам не мешал в наших поисках. На первом этаже мы с вами практически все уже исследовали. У нас остаются верхние этажи и вот этот мистический контейнер, в который мы с вами никак попасть не могли. В конце есть еще одна очень важная догадка, очень важная зацепка. Возможно, даже она вообще будет ключевой, но я не знаю, мы поговорим об этом чуть позже. Давайте сейчас полетим наверх, посмотрим, что у нас там есть. Так, я с помощью кнопочки это легко делаю, видишь, я могу спокойно подниматься. И поднимайся. Видите, немножко судорожно все, конечно, получается. Не очень так круто. Вот мы как бы прыгаем, и мы нажимаем на эту кнопку, и вот так вот мы можем вроде как лететь. Опа, ладно, по крайней мере мы до сюда добрались. Ну уж, насчет этого можно не переживать. Вот здесь мы можем перепрыгивать спокойно. Смотри, все, мы эту штуку перепрыгнули. А мы, кстати, здесь уже, по-моему, были. Да, мы здесь были, вот эту штуку мы с вами не могли в прошлый раз никак перепрыгнуть. Сейчас как раз и сможем это сделать, потому что у нас теперь есть... Тихо, где мы оказались? Вставай, наверх. Потому что у нас теперь есть тренер. Он причем, я как бы лечу в ту сторону, куда смотрю, поэтому... Видите, надо немножко привыкнуть к нему. Давай вперед. Опа, все. Отлично, мы перепрыгнули эту штуку. Теперь можно... Не говори гоп. Пока не перепрыгнешь. Где я, господи ты, боже мой? Я вообще где-то на крыше на какой-то оказался. Ой, так это же у нас колесо обосрения. Нет, это у нас ветряная мельница, погоди. Так, где была наша... Где была наша железная дорога, через которую мы пытались... Вот она у нас. Вот она у нас родима. Сейчас попробую туда сигануть. Ух, какой звук, а! Какой здесь звук. Самое, что интересное, мы не ломаем игру. Мы ничего вроде как с ней... Так, ах, плохого не сделали. Взлетай ввысь. Чего тебе не нравится? Так. Господи, вот с этим надо как-то немножко
приноровиться обращаться, потому что это не так просто. Чё, сейчас вспышка забыла. Тихо, мы, по-моему, выше как будто взлететь не можем. Ну-ка, пробуем. О, вот так мы нормально можем взлететь. Да летишь ты вперед-то, что ж ты такой? Ой, рукожоп. Не надо только говорить, что Маугли рукожоп. Маугли не рукожоп. Я пролетаю сквозь нее. Черт подери. Да ты приземлишься, нет, туда. Видите, да, немножко как-то вот совково получается. Ох, чуть-чуть. Да ёшкин ты дрын. Помните, когда у нас была вторая альфа, у нас был чит ГОСТ или привидение, то там было намного проще все это дело делать, потому что... Давай, выше. Потому что там мы с вами спокойно летали. И, в общем-то, я не понимаю, что это... Вы видите, как на какую-то долю секунды появляется какой-то непонятный призрак. Что это, у меня глюки какие-то или что? Может быть и глюки. Так, давай, сейчас долетим. Ух, как мы далеко улетели. Лети. Вперед. Он почему-то не летит вперед, он как бы вот... Он как будто вот застревает. Давай, иди туда, вперед. Смотри, он вообще практически не шевелится. Давай, лунная походка в воздухе. Приходится вот так немножко париться, конечно. Потому что это все-таки обход, можно сказать, ограничений игры. Мы пытаемся с вами ее взломать. Так. А где мы оказались? А, вот, смотри, вот как раз вот эта штука. Нам нужно... Я сюда пока еще не хотел заходить. Я хочу зайти вот сюда. Так, отлично. Попробуем сейчас опять перепрыгнуть. Вот, все, я перепрыгнул. Отлично, все, нормально. Теперь мы пойдем наверх и посмотрим, куда это ведет. Так куда же это ведет? Это ведет у нас туда, где все забито. У нас там какая-то дверь есть. А здесь что? Давайте смотреть. Я понимаю, что вы наверняка видели все это дело уже у кого-то другого, но мне плевать, потому что я играю в это первый раз. И мне все очень интересно. Вот там еще какая-то непонятная вышка, что там, кресло и, по-моему, шкаф стоит. Я не знаю, что оно там делает. Так, ладно. Значит, мы сюда проникнуть не можем. У нас есть крыша. Эта крыша тоже, похоже, никуда не ведет. Или ведет. Куда она ведет? У нас вот еще есть надстройка. Здесь, по-моему, мы не были с вами еще. Ага, нет. Это как раз комната с первой частью QR-кода. Давайте взлетим немножко повыше, посмотрим, что у нас на этой крыше находится. Здесь у нас что? Антенна. Антенна, труба. Значит, он топит печку. Что еще у нас есть? Это... Так. Это у нас короб, по-моему, который просто идет вокруг вращающегося желоба. Все ясно. Вон, смотри, вон она, эта штука. Прекрасненько. Что у нас здесь? Здесь у нас крыша, с которой мы, скорее всего, навернемся. Нет, не навернемся. Нормально, мы стоим. Стоим хорошо. Так, вышка стоит вообще на каком-то отшибе непонятном. Что она здесь делает? Вообще, я ума не приложу. Что, попробуем слетать туда, потому что туда никакой лестницы, ничего нет. Да, придется сюда как-то добраться. Вот эти, видите, там вдалеке подсвеченные здания. Это, вы уже наверняка знаете, это секретные локации, которые, конечно же, разработчик оставил специально для нас. Мы, может быть, 100% уверены, что разработчик знал, что люди начнут ломать игру, начнут писать какие-то читы и, соответственно, пытаться проникнуть туда. Поэтому он специально все это оставил для того, чтобы нам запудрить мозги, поверьте мне. Чуть позже, в конце видео, я расскажу о своей теории, которая не вызывает никаких сомнений. Так, мы сейчас с вами летим вот сюда, на эту подставочку. Что у нас тут? Кресло. Опа. Это что еще такое? 2, 2, 3, 8, 1. Так, интересненько. И лежит яблоко. Очень много говорили, именно там какое-то золотое яблоко, там что-то золотое яблоко. Не знаю, что это золотое яблоко, но вот сейчас мы точно видим. 2, 2, 3, 8, 1 и яблоко. Это реально, ребята, какой-то код. Это реально какая-то пасхалка. Ну вот зачем, скажи мне, разработчик просто так вот, знаешь, даже используя вот эти штуки в тестовых целях, зачем бы он стал оставлять эти цифры здесь? Вот зачем? Какую смысловую нагрузку они несут? Никакой! Поэтому он оставил специально для нас, чтобы мы с вами ломали голову над этим кодом. 2, 2, 3, 8, 1. Запомнили? Может быть, когда-нибудь он пригодится. Вроде здесь, в третьей альфе, я вообще не видел никаких кодовых панелей, куда можно было бы это ввести. Поэтому остается только догадываться, что же это такое. Ладно, здесь мы все посмотрели. Может быть, это, смотри, 22-е, 3-е, 81-го года. 22 марта 81 года, может быть, это какой-нибудь год рождения или какой-то смерти. Тихо, мы навернулись. Значит, мы должны взлететь чуть-чуть повыше. Так, куда летим теперь?
На этой крыше мы были с вами. Все, смотри, я, видишь, застрял, потому что здесь у нас... Потому что здесь у нас, видимо, очередной какой-то порог. Порог карты, что мы взлетаем выше, мы теперь можем спокойно ходить по этому. Смотри, я реально могу ходить. Зато мы можем теперь вот так вот переместиться. Смотри, оп, я через него пролетел, через этот порог карты. Все, опа, тихо, не понял. Эй, что за воздушная подушка здесь? Дайте мне выбраться как-то отсюда. Так, вот она, значит, эта самая мельница. Это не мельница, это какая-то непонятная хрень. Сосед вообще никаким образом не показывал, что он вроде как что-то мелит здесь. Он вообще не похож на какого-то сельского человека. Поэтому не мельница это или ветряное колесо какое-то. Скорее всего, это какое-то ветряное колесо. А смотри, там дорога подсвеченная. Блин, как интересно. Так, ладно. В общем-то, наверху мы были. Мы наверху с вами не были. Мы на эту платформу, кстати, не попали. Так, давай. Вот. Не, мы были здесь, смотри. О, блин, я провалил сквозь нее. Тихо. Это не очень хорошая идея. Так, куда летим-то с вами? Давай летим. Вот, смотри, мы сейчас. Где невидимая стена? Во, все, отлично. Вот так мы можем хоть ходить спокойненько. Жалко, что нет команды ГОСТ, чтобы мы могли проникать сквозь стены, просто летать и смотреть, потому что это немножко усложняет, конечно, нам задачу. Но так или иначе, мы с вами посмотрели, что у нас там. Вот у нас крыша есть. Теперь пойдем посмотрим, что у нас еще интересного есть здесь. Вроде как есть здесь еще вот эти железнодорожные, так сказать, какие-то пути, которые вроде как к чему-то нас могут привести. О, отлично. Что у нас здесь? Это вообще я не знаю, что за железнодорожный путь. Я не помню, как вообще сюда можно добраться. Мы здесь ни разу, по-моему, не были. Вон, кстати, я, смотрите, помашите мне рукой в моя тень там. Вот, в прошлый раз мы пытались перепрыгнуть вот там. А здесь вот мы вообще даже близко не проходили. Ну, пойдем посмотрим. Мне кажется, все это глухо здесь, конечно, будет запечатано. Что здесь глухо запечатано? Запечатано, что там? Стол стоит? Стол, какая-то лестница непонятная. А я могу, интересно, вот так вот проникнуть? Я могу проникнуть? О! Такое ощущение, что... Или не могу? С помощью этого чита, похоже, я не могу проникнуть. Сквозь препятствия. Телепорт здесь как-то вот особо-то не работает. Блин, это плохо. Это очень плохо. Так, мы где оказались? Мы как раз оказались над этой комнатой. Я бы хотел посмотреть, что там внутри. Что там внутри в этой штуке. Но, к сожалению, мы не можем проникнуть туда. Очень жаль. Так, а здесь вот у нас вот здесь пути. Давай-ка спрыгнем сюда. Ага, вот это вот как раз пути пошли тем. Что, сосед где-то, что ли? Что, издеваешься? Сосед, ты уже сдох, наверное, давным-давно. Не, где-то бегает падла. Так, ладно, значит, эта штука ведет. Да куда ты? Откуда ты там бросаешься-то? Снизу, что ли? Фига у него силушка стреляет, а? Здесь вот какая-то хрень. Смотри, там есть, там конкретно есть коробки. Вон какая-то, что это, лестница? Спуск вниз какой-то. Блин, как бы туда проникнуть? Вон дверь какая-то еще. Смотри, там дверь. Там конкретная дверь. Вы видите? Сейчас смотри, во. Между шпалами. Может быть, попробуем как-нибудь проникнуть все-таки. Мне кажется, я нашел способ это сделать. Смотрите, мы сейчас на крыше находимся. Я сейчас стою посередине этой крыши и просто нажимаю кнопочку F и таким образом проваливаюсь вниз. О, круто. Значит, мы не можем проходить через горизонтальные препятствия, это уже я понял. Но через вертикальные мы можем спокойно проходить. Это что у нас здесь? Лифт? Неужто он работает? Тихо. Нет, по-моему, кнопка у нас неактивная. Кнопка лифта неактивна. Ну вот он есть. Мы нашли этот самый лифт, который у нас был внизу и который был отпечатан. Что у нас здесь? Смотри, какая-то лестница или что это? Эй, а где ступеньки? Я не понял. Куда ступеньки? Сосед, ты куда их дел? Так, это жутко интересно. Это что такое еще? Это еще, мать твою, что такое? Так, мы выходим откуда-то сбоку. Я не хочу туда падать. Нет никакого желания. Все, я понял, где мы находимся. Вот как раз два этих окна горизонтальных. Нам они не нужны. А что у нас здесь? Так, это что у нас такое? Какая-то дырень. Куда она ведет? Она ведет просто вниз. Я почему-то думал раньше, что... Да, я помню это место. Я думал, что она как раз ведет в контейнер, но она ведет нифига не в контейнер. Она ведет куда-то просто вниз. Ну давайте просто сиганем туда, да и все. Давайте просто спрыгнем. Я даже спрыгнуть в нее не могу. А, вот, смотри. Все, круто. Прекрасно. По-моему, мы с вами осмотрели уже все комнаты, которые были у нас в этом доме. Мне кажется, мы все с вами обсмотрели. Мне кажется, все. Можем, конечно, сходить еще посмотреть что-нибудь. Просто, допустим, ради интереса попробовать сейчас вот так вот потелепортироваться. Так, мы на крыше. Как круто, да? Раз, и все, я здесь. Это что у нас такое? Это что за комната? А, это комната у нас... Точно, я помню. Помню это место.
Так, выбросим. Эта комната у нас с секретной дверью, так называемой. Что за ней? Смотри, там как будто вода какая-то. Как будто там какая-то вода. Сейчас, что у нас, открывается здесь? Открывается? О, смотри, отлично, мы можем пройти. Что здесь? Здесь тоже у нас открывается. Твою же налево, а это что такое? Мы, по-моему, были с вами здесь. По-моему, мы были здесь. Да, вот это выход на балкон, вот здесь секретная комната у нас была. С QR-кодом, кстати, давайте сейчас попробуем сейчас туда. Вот так вот мы пройдем. Так, мы где находимся? Я потерялся, друзья мои. Мы, по-моему, на чердаке на ком-то находимся. Так, нам нужно пробраться вот как-то сюда. Давай попробуем сейчас просто через F сиганем туда. О, где? Так, я в том же самом месте оказался. Погоди, погоди, погоди. Нам нужно понять, где эта комната с QR-кодом находится. Вот эта штука сюда. Сейчас мы сюда придем. Мы сейчас сюда обязательно придем. Но сейчас сначала сходим в комнату с QR-кодом. Так, я в принципе могу же... Я же могу просто взлететь здесь. Вот смотри, я вот так... Вот, смотрите. Мы посмотреть туда не можем, потому что там темно. Так, давай-ка мы взлетаем, значит, сюда. Опа, да. И вот здесь мы должны, видимо, сейчас сигануть вниз. О! Вот он, друзья мои, как раз, ну, вы видели прекрасно это все уже много раз, и в моем прошлом видео я показывал этот момент. Что это за QR-код у нас? Мы его отсканировали, мы получили скрытое сообщение, где было написано, я должен это спрятать, потому что они это не нашли. Вот такое, в общем-то, послание было здесь, в этом QR-коде. Если вы говорите, что он немножко не читается, у меня действительно с первого раза не получилось его прочитать, то есть там немножко нужно саму программу так поводить, этот сканер, чтобы... можно было считать. Это вот важный момент, но обратите внимание также на вторую нижнюю часть. Кто-то говорит, что это типа размазанная часть QR-кода, но мы видим, что не совсем она уж такая уж размазанная, она какая-то очень четенькая. Очень четенькая. Ладно, давайте-ка выбираться отсюда уже. Так, мы поднялись куда? Мы поднялись куда-то наверх. А куда я хотел? А, я хотел еще сходить туда, где у нас была непонятная дверь с каким-то... Так, тихо. Ага. Дверь с непонятной водой какой-то. Что там у нас? Сходим сейчас посмотрим, что там у нас находится. Мне это жутко интересно. Так, мы сначала поднимаемся. Так, мы сначала поднимаемся. Проходим вот сюда, поскольку она была где-то здесь. Сейчас попробуем сюда опуститься. Так, где это мы? А, вот, смотри. В натуре. Вот здесь все досками было заколочено. Мы не могли пройти. Все, точно, точно. Так, это что у нас здесь? Провод какой-то. Что это? Провод? Откуда он идет? Провод идет у нас откуда-то оттуда. Тихо, тихо, я не хочу. Я не хочу выпрыгивать отсюда. Зайди обратно. Зайди обратно, тебе говорю. Зайди обратно, чувак. Ай, что делаешь? Так, тихо. Давайте попробуем еще раз. Сделаем это. О, смотри-ка. Можно хоть так читерно проходить. Ладно, нам какой-то провод обрубленный. Он откуда-то идет. Потом проверим, если что. Что у нас здесь? О, лестница. Вот это уже интересно. Что это? Так. Вообще, я как будто в какой-то хоррор играю. Все темно, вообще нифига не видно. Что у нас здесь? Так. Вроде все нормально. Здесь все спокойно, ничего. Вот эти окна... А, я пытался сюда запрыгнуть. Я пытался сюда запрыгнуть, но все было безуспешно. Да, точно. Это что у нас здесь? Что? Вода? Ха-ха-ха, это вода! Да-да-да, друзья, я пропустил, к сожалению, пропустил первую альфу, когда она еще выходила, потому что там, я видел по скриншотам, я видел, что там была какая-то комната с водой, там вроде как плавник акулы плавал. Я этого не застал, я не знаю. Это со мной, можно сказать, впервые я встречаюсь с этой водой. Что, прыгнем в нее? Черная вода какая-то. Dark water. Надеюсь, она не поглотит нас. Ладно, прыгаем. Ай, вперед! Уу! Что такое? А, она... Ни хрена себе, смотри! Обалдеть! Да здесь же... Это же водяной потолок? Как это вообще возможно такое? Что за дверь? Куда она ведет? Так, здесь у нас глухая комната, здесь вообще ничего нет. Ничего нет, ничего интересного. А это что такое? Какой-то инопланетный артефакт, что это? Все, понятно. Это, короче говоря, просто... В нем разработчик специально просто поставил этот водяной куб, чтобы нас сбивать с толку, чтобы мы думали, как будто там все из воды. Ясно, это было хитро. Очень хитро было сделано. Ладно, давайте уходить уже отсюда. Что нам здесь еще делать? Так, вот мы на крыше. Все, мы с вами осмотрели практически все, кроме. Я знаю, что еще хочу посмотреть? Что у нас реально творится с лифтом? Потому что мы с вами нашли... Мы нашли с вами дверь, выходящую из лифта. Мы нашли с вами дверь, входящую в лифт, которая у нас находится где-то здесь. Соседа нету? Дверь в лифт у нас находится вот прямо здесь. А
А что находится внутри, это неизвестно. Out of order, не обслуживается, написано здесь. Сейчас пойдем просто замерим, посмотрим, где это, где этот находится лифт. Потому что как-то он же должен где-то идти. Глянем. Я почему-то не обращаю на него особо внимания. Ну вот. Вот, похоже, что вот эта штука как раз и есть лифт. Вот, смотрите, точно, точно, точно. Вот оно, это окно, и вот здесь лифт как раз находится. То есть вот это вот, это шахта лифта. У нас сосед где-то застрял, что ли, или что? Ладно, к черту тебя. Это шахта лифта, и, может быть, внутри что-то есть. Проникнуть, к сожалению... А, я могу посмотреть туда. Я могу туда посмотреть. Что наверху, я не знаю. Давайте просто сейчас попробуем полететь туда. Полетим, полетим. Сделаем так немножко. Вот. Она где-то, видимо, здесь у нас находится, эта шахта лифта. Мы можем туда просто вот так вот... Блин, не получилось. Промазал. Лети, 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 лети наверх. Что ж это такое-то, а? Давай, вот мы взлетаем. Мы идем вперед немножко. И падаем вниз. Это что? Где мы? Слушай, мы почему-то в нее попасть не можем никак. Так, давай попробуем еще разок. Я понимаю, что она пустая, но мне просто интересно посмотреть, что же там в ней такое. Сейчас тут немножко вот так сделаем и падаем. Так, я здесь. Погоди. А, все-таки опять в нее не попало, а? Ты посмотри. Посмотри, что творит. Сейчас попробуем, давай, попробуем сейчас. Значит, мы вот так вот. Раз, мы поднялись. Поднялись, чуть-чуть идем вперед. А мы здесь пройти не можем вперед, похоже. Просто сюда прыгаем. Вон она, шахта лифта. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Во, смотри, я в ней падаю. Падаю в лифт. Там ничего нет, короче, она пустая. Все ясно. Все с вами обсмотрели, все протестировали. Ясно, у нас остался вот этот контейнер, в который мы еще никак не добраться не могли. Поэтому сейчас мы на него прыгнем вот так вот четко. Опа! И посмотрим, что у нас здесь происходит. Что это за звуки такие? Вы слышите? Вы слышите, друзья мои? Тихо-тихо. Вот я здесь стоял, они были громко. Там как будто какие-то люди живут. Не, серьезно, неужели же сосед держит тап кого-то? Каких-то людей, может, у него рабы какие-нибудь. Генератор, я увидел его издалека, его лампочку сияющую. Попробуем нажать на кнопочку. Во, он заработал. Так, у него должен быть какой-то провод, очевидно, который мы можем... Ну, как-то должны быть способны отследить, куда он у нас ведет. Так, этот провод ведет куда-то вниз. Ведет куда-то вниз. Куда-то вниз. Куда-то вниз. Давай посмотрим, куда он ведет. Так, вон он куда ведет, я вижу, 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 вижу. Он ведет куда-то вот сюда в сторону. Вот куда-то сюда, сюда, сюда. Вон наверх я видел там. Так, летим, летим. Простите, конечно, что... Так-так, все дергается, если у кого-то вдруг возникают какие-то приступы эпилепсии. Простите меня, я не хотел этого делать. Видит Бог. Так, мы сейчас, мне кажется, никак не найдем этот провод. Вот, короче, а, все, я вижу, вижу, вижу. Он у нас ведет вот в эту комнату, вон он, смотри. Мы были здесь только что. Это комната, где у нас как раз он обрезанный и лежит. Так, это что у нас за окна? Эти окна, да, я помню, помню, мы здесь были. Вот, блин, слишком высоко сиганул. Вот как раз это то место, да, где, 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 где? Окно. Вот, смотри, вот он отрезанный. Кто-то его перекусил здесь. Видимо, кому-то он был здесь неугоден. Ладно, выходим отсюда. Что, нам нужно идти в контейнер. Мы сейчас спустимся сюда. Я не знаю, что мы там найдем. Я надеюсь, что что-то интересное. Потому что ну, он висит, он не может просто так здесь находиться. Тихо. Все, поехали, вниз спускаемся. Если бы я знал, конечно, английский настолько хорошо, что мог бы просто... слушать, что они там говорят, потому что это может иметь какой-то смысл. О чем все? Да ёшкин ты дрын, куда ж ты упал у меня? Так, спускайся, 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 я тебе говорю. Так, все, мы внутри. Ох, не знаю, что там за этой дверью нас ждет. Ха-ха-ха, ничего не ждет. Она закрыта. Так, что у нас там? Что у нас там? Это какая часть контейнера получается? Это получается у нас... Если мы взлетим... Это получается у нас... Все, мы сейчас туда проникнем, что вы думаете? Нам что переживать-то? Вот так раз, и все. Опа, мы прямо в логове. Что они говорят? Как будто гулянка какая-то идет или что-то. Этот звук не случайно здесь находится. Вы должны понимать, что любое послание, любой звук, любой предмет здесь имеет свое значение. Все получается, да? Мы здесь больше ничего не можем посмотреть. Так, а что у нас здесь? В принципе, днище у контейнера есть. Оно, в общем-то, плотное, никаких дверей, никаких вырезов. Ясно, короче говоря, этот контейнер висит, явно, что он не функционирует пока что, но он оставляет уже определенное
впечатление. Впечатление о том, что здесь происходит. Вот. Давайте здесь как бы остановимся. Наше исследование здесь закончится. Но я хочу с вами обсудить один важный момент. Касательно частей QR-кода. А, погоди. Мы еще одно место с вами забыли. Господи. Как я мог такое забыть? Это же, можно сказать, самое важное для меня лично место в игре. Ключ у нас находится. Он у нас есть. Давайте пойдем, просто сходим, мы сейчас заберем. Тем более, с нашим тренером это будет сделать очень легко. Соседа мы деактивировали, чтобы он нам не мешал в наших поисках. Так, поехали сюда, сейчас запрыгиваем. Так, вот так вот и легко все это делается. Никаких проблем. Так, магнитик. Опа, притянули. Все, отлично. Взяли. Все, теперь мы можем идти в комнату. Я думаю, что вы уже поняли, что за комната, почему я собираюсь все-таки туда отправиться, и почему у меня такой интерес она вызывает. Это комната, где у нас находилась странная машина смерти. Какая-то машина судного дня с надписью ТИЛ. Кто-то сказал, что это тротил или что-то еще. Она находится у нас как раз где-то здесь, и мы сейчас попробуем в нее телепортироваться. Так, заходим. Вот она. Вот она, родимая. Сейчас мы туда пойдем. Мы сейчас туда... Ой, как мы пойдем туда сейчас. Так, коробочки, разойдись. Нам нужно, чтобы проникнуть в нее, нам нужно сделать что? Мы должны с вами, вот чисто гипотетически, мы должны сначала залезть туда, в помещение, которое находится над этой комнатой. Вот. Мы здесь. Теперь мы должны пройти вот куда-то сюда, видимо, и сигануть в нее. Так, где мы? Так, здесь мы ходили. Здесь мы, по-моему, с вами уже были. Но нас это не интересует, мы должны спуститься еще ниже. Ёшкин дрын! Слушайте, мы прямо в этой комнате. Мы прямо в этой комнате. Что у нас здесь? У нас есть стул. Этот стул мы забираем. Мы забрали этот стул. Давайте вообще его просто так возьмем. У нас есть дверь, которая ведет куда? Смотри, я, по-моему, застрял. Это вообще дверь в никуда. Смотри, она просто висит в воздухе. Ёшкин дрын. И вот это... Здесь какие-то стоят... То ли... А, это, короче, тележки от супермаркета. Погоди, где мой фонарь? Это тележки от супермаркета. Видите, у них колеса, типа, сделаны. Или что это? Ни хрена, это не супермаркет. По-моему, это тележки, которые ездят по рельсам. Ты посмотри на их колеса. У них нет колес. У них есть такие скобы. Но она вообще похожа, конечно, на тележку из-под супермаркета, у которой вытащили колеса. Может быть. А может быть, эта штука специально, чтобы ездить по рельсам. Я не знаю, предлагайте ваши варианты. Действительно это так, но мне кажется, вот очень даже правдоподобно это выглядит. Тем более, смотри, они вроде как неподвижны, эти штуки. Они неподвижны, они просто на трубе висят. Это значит, что если бы там было, допустим, колесико для катания в супермаркете, то у нас бы нифига не было хорошего. Потому что они бы не вращались. Как бы ты ее катал только взад-вперед, что ли? Это очень странно. Обычно там подвижный какой-то шарнир ставят. Но здесь мы этого не видим. И вот эта штука, смотри, no sale. Нет скидок, нет распродажи. То есть здесь написано, что это. Это похоже у нас кассовый аппарат, что ли? Так, тихо, давай-ка вот сюда еще. Сиганем. Тихо. Где мы с вами? Вот, мы немножко с другой стороны. Вот эта дверь, которую мы конкретно не можем открыть. Она у нас не открывается. Вот, смотри, мы... Вот, это точно, это кассовый аппарат, который лежит у нас в клетке. Не в клетке, а в тележке. Что он здесь делает, я ума не приложу. ТИЛ написано на нем. Я думал, что за рычажки, а это на самом деле действительно, чтобы, видимо, пробивать продукты. Ну, или товары, стоимость там какую-то пробивать. И здесь я, смотри-ка, не могу ходить. У нас вообще дверь здесь как бы есть, но она не открывается. И куда она ведет? Я тоже не пойму. Так, тихо. Мы вот здесь. Теперь мы сейчас вот сюда прыгнем. О, ни хрена. Слышали? Вы слышали это? Кто-то что-то говорил. Вот она, дверь, она висит. Открывайся, падла. Это что такое у нас здесь? Она реально запечатана, закрыта. А, это часть тележки. Все, я понял. Это ее ручка как бы. Вот я помню, что мы здесь слышали голоса, когда мы пришли сюда. Это что у нас? Это здесь у нас, да, вот здесь вот есть как раз эта часть железной дороги. А это что? Щи, смотри, какая здесь комната огромная. Охренеть! Здесь еще и решетка есть. А за решеткой, по-моему, какой-то рубильник. Обалденно. Так, погоди, я здесь не был. Contract Station, говорит. Станция контрактов, что-то такое она говорит.
А, вот оно окно. Вот оно окно. Так, давайте попробуем сейчас вот сюда куда-нибудь проникнуть. Что мне очень интересно, что за... Смотри, рубильник, наверное, он эту решетку открывает. Так, мы где с вами? Мы в этой комнате со штрих-кодом, все понятно. То есть нам нужно сделать что? Нам, мы должны попасть вот на этот балкон. И вот здесь вот, видимо, телепортнуться как-то вниз. Во! Ха-ха-ха, точно! Всех обдурили, смотри-ка, а? Ржавая решетка. Ну давай нажмем, посмотрим. Что изменится, не изменится. Отойди уже. Нажимай. Следующая станция, говорит, контрактов. Контракт какая-то, или чего-то, или Saint Contract. Можно, кстати, поискать, что это за слово, к чему оно ведет. Может быть, оно действительно имеет какое-то отношение, может быть, какое-то реальное место вы найдете на карте. Контракт какой-то, или что, может быть, вы расслышите как-то лучше. Что у нас здесь? Опачки, а? Saint Contract. Он говорит, она говорит Saint. Это 100% это слово. Saint означает святой или санкт. По-русски, Санкт-Петербург, допустим, да? Святой Петр. Вот эта комната, которая была закрыта, завалена. Эти штуки мы взять не можем. Можно было, конечно, разбаррикадировать. Она на стене у нас была, эта комната. Все ясно. Короче, мы с вами полностью, можно сказать, исследовали дом соседа. Побывали во всех его местах. Или, может быть, какой-нибудь святой Конрад или кто-то еще. Короче, ребят, карты в руки вам. Давайте, ищите. Что-то найдете, пишите в комментариях. Будет очень интересно. Вот. На этом мы закончим исследование дома. Но я вам расскажу еще одну вещь, которую я с вами пытался поделиться. Так вот, наши QR-коды, которые находятся вот в комнате наверху. И также у нас в финальной части карты. Можно сейчас туда, кстати, быстренько переместиться. Вот так вот, с особой такой кнопочкой. Так, тихо, не надо. Спокойно. Вот, мы можем видеть эти коды, где они у нас. Блин. Вот, вот так вот. Где-то она должна быть. Где ты? Вон он, QR-код, смотри. Точнее, не QR-код, а... Да, это QR-код, это часть... Это вторая часть QR-кода, который мы с вами искали. Мы нашли первую, мы нашли вот вторую. Мы в прошлом видео я объяснял, что они означают. Но, что интересно, как бы, вот на что я хочу обратить ваше внимание. То, что верхняя часть этого QR-кода и нижняя часть того QR-кода, это... Они очень похожи на так называемый бар-код или штрих-код. То есть, вы знаете, есть штрих-коды. Так вот, тихо. Мы поднимаемся наверх. Вот она, кстати, смотри-ка, а. Мы этот кубик где-то... Вот он у нас. Вот он, этот кубик. Смотрите, можем очень хорошо его разглядеть отсюда. Он, это является штрих-код, и штрих-код это также штука, которую можно отсканировать. И один из зрителей, подписчиков написал, типа, попробуй отсканировать вот этот вот бар-код. И здесь у нас этот человек с тенью находится, тень вот эта непонятная, тоже вот в этой комнате. То есть, по идее, мы сейчас можем... Тихо-тихо, взлетай. Смотри, мы с тобой очутились. Видимо, смотри, вот этот белый, вот этот сияющий куб, он находится как бы в рамках черного нашего мира. То есть мы, смотри, можем, по идее, уже сюда пойти. Где у нас дверь-то тут? Вот. Вот, смотри. А, точно, да. Смотри, отсюда причем ее не видно. Видно только вот отсюда. Это удивительно. Вот. Можем посмотреть на него. На маленького обздола этого. То есть, смотрите, в чем прикол. К чему все это я веду? Так, давай взлетим повыше. Я веду все это к тому, что вот мы с вами QR-код совместили, и мы его отсканировали. А вот бар-код или штрих-код мы не совмещали и не сканировали. Я пытался вырезать, сразу признаюсь, я пытался вырезать эти две половинки и соединить их. Потому что бар-код или штрих-код, он горизонтально идет, он не квадратный. Я их поставил справа налево, слева направо. И попробовал отсканировать с помощью программы чтения баркодов, но я не смог это сделать. Почему? Потому что программа не смогла это сделать. Вот смотри, мы с вами находимся. А это, кстати, под основным домом находится. Потрясающе. Так, давайте-ка взлетим чуть повыше. Мы можем сюда вернуться обратно. Все, отлично. Чтобы уж спокойной душой можно было ходить, бродить. Так вот, ничего не получилось. То есть программа его не взяла, этот код. Значит, просто он ее как-то, ну, не может распознать. Друзья мои, если вы все-таки очень пытливые, если вы хотите разгадать все тайны соседа, то попробуйте вырезать эти бар-коды, попробуйте их
совместить и отсканировать. И если вы получите какое-то секретное послание, то обязательно пишите об этом мне в комментариях или в личку даже ВКонтакте, можете, чтобы быстрее я смог это, и 100% я увидел. Пишите в личку, и будем искать секреты дальше. Еще одна информация такая, она фейковая. Я практически уверен, что это фейковая информация. Заключается в том, что был якобы найден некий файл игры с номером, а вот этот 1300, вот то, что мы с вами находили с помощью отсканированного QR-кода. Что вроде как в файлах игры есть такой файл, который, если он так и называется, этим номером, ты его открываешь, и после этого у тебя случается, появляется надпись, где написано вот это сообщение из QR-кода, но также есть одна строчка, где написано, что что-то там я знаю, что типа куда мы ее похоронили или куда мы ее закопали. Вот такая надпись, что якобы, ну это такие догадки у разных летсплейщиков, ютуберов есть, что якобы это указание на то, что где-то находится жена соседа. Что вроде как ее куда-то закопали, ее куда-то спрятали. Да тише ты так, не греми, что ж ты, блин, пугаешь-то меня. Так вот, друзья мои, эта информация не подтверждается ни в одном авторитетном источнике. То есть вот этот человек, который выложил этот файл якобы куда-то в интернет, и он говорит, что вот, посмотрите, он реально существует. На самом деле, вот я лично распаковывал файл игры, я не нашел там файла с таким названием. И другие ребята тоже, кто отвечал на комментарии этого мужика, этого, ну, скажем так, горе-хакера, никто не смог найти файл игры именно с таким названием, с такой строчкой. То есть его там в принципе нет. Такое ощущение складывается, что это просто фейк, что человек просто решил привлечь к себе внимание и поэтому выдумал, создал некий файл и начал его. Причем он как бы не указывает, где его найти можно. Он говорит, вот вы можете этот файл скачать. Но в принципе я тоже могу любой файл взять, понаписать там всякой ерунды, выложить, сказать, что я это нашел в игре «Привет, сосед», и пожалуйста, вот, давайте, восхищайтесь, я великий хакер. Но это все похоже, что фейк, это все похоже, что это обман. Не знаю, мы это проверим, конечно, со временем мы узнаем, правда это была или нет, разработчики наверняка как-то это подтвердят или опровергнут, но это будет после. А пока что, друзья мои, давайте остановимся здесь, очень насыщенная серия у нас получилась. В следующей серии мы с вами отправимся, естественно, вот к этим домам, которые светятся, посмотрим, что там такое. Говорят, что там какие-то есть невероятные пасхалки для игроков, то есть автор, разработчик оставил там какие-то послания для нас с вами. Будем это дело обозревать, а пока что ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео, ну и вообще все остальные видосы по разным угарным играм, которые мы с вами проходим. Это была игрушка Hello Neighbor или Привет, соседушка. И с вами был я, Маугли. Увидимся в следующем видосе. А пока что всегда оставайтесь на высоте. И покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.